Рядом со мной стоит Денис Яцков, директор компании «Русхорика». Денис, расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании и с какой линейкой продукции вы приехали на выставку «Продэкспо». Добрый день. Мы приехали с линейкой компании под брендом «Мясорезка». Мы производители мясных полуфабрикатов. Также мы импортируем продукты для сегмента хорика из разных стран. Это Чили, Китай, Вьетнам, Индия. Абсолютно разных линеек. Немного слов о компании. Наша компания основана в 1996 году, представлена двумя объединениями, то есть это торговый дом «Кладопродукта», он занимается классической дистрибьюцией, это формат-неформатная розница, и компания «Русхорика», это производственное предприятие и предприятие сегмента «Хорика», общепит. Денис, насколько я помню, в прошлом году вы каждый год приезжаете на выставку «Продэкспо», и в прошлом году вы взяли медаль за качество. В этом году какие цели перед собой ставите на выставке «Продэкспо»? Мы также заявились и в этом году на медали по качеству. Мы вывели новый продукт, разработали новую линейку для сегмента хорика. Это копченое куриное филе. Это очень удобно для сетей пиццерии и также сетей для японской кухни. Мы надеемся, что возьмем также золото и вновь победим. Будем надеяться. Спасибо. Денис, спасибо огромное. Спасибо.